Бабушка Елены Исаевой – почетный донор Советского Союза. В годы войны работала при госпиталях. Внучка выбрала профессию врача. Уже больше 30 лет в медицине. 8 лет занимается профилактикой. Здоровый образ жизни прививает студентам техникумов. Нынешнее поколение, оно более нацелено на здоровый образ жизни. Оно как бы стремится заниматься спортом. Действительно, в молодежи больше патриотизма стало. Они все-таки гордятся, что живут в России. Почетный знак «Куйбышев – запасная столица» вручили 70 медицинским работникам Ленинского района Самары. Врачам и медсестрам они не только с особым вниманием и душевным теплом относятся к любимым пациентам и ветеранам, но и патриотической работе отдают немало времени и сил. Вот так выглядит знак. В его разработке участвовали специалисты в сфере геральдики, историки и ветераны. Сиреневая колодка с красной каймой позаимствованы у медали за трудовую доблесть. На лицевой стороне самого знака изображен легендарный штурмовик Л-2, шеренга солдат, шагающих по площади Куйбышева и театр оперы и балета. На обратной стороне надпись «Куйбышев, запасная столица, 75 лет». Врачи поделились, для них этот знак имеет особое значение. Он олицетворяет не только память о великом подвиге народа, но и внимание к воспитанию нынешней молодежи. Всего памятный знак получит около 2500 жителей Ленинского района. Многие люди участвуют в всевозможных союзах, в всевозможных общественных организациях, общественных объединениях. Эти награды, они объединяют людей для достижения какой-то общей цели. Это воспитание патриотизма у молодого поколения, у подрастающего поколения, у тех людей, которые на сегодняшний день готовы идти вперед. Памятные знаки «Куйбышев – запасная столица» получат около 100 тысяч жителей Самарской области, ветераны и труженики тыла, те, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, трудовые коллективы и предприятия. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.